Двойные квитанции снова в Мурманске. Жители десятков домов в Октябрьском округе не знают, кому платить. Смотрите сегодня в программе «Точка зрения» в 19:00. Специалисты расскажут, кто виноват и что делать. Мурманчане в панике. Они заплатили совсем не той управляющей компании. Ну что, мы всей толпой пойдем или дорогу перекроем, или что? Мы не знаем, что делать. Ну это беспредел какой-то, беспредел. Новая компания пришла, а старая Октябрьская ЖЭО продолжает выставлять счета. Пришла ко мне женщина, соседка, и говорит, вы по какой квитанции платили? Я говорю, я уже по новой, мы должны по новой. Она говорит, да я все по старой заплатила, что теперь делать? Узнайте ответ на этот вопрос в программе «Точка зрения». Как председатель Совета Дома я всем объявил, что квитанции от Октябрьского ЖЭО мы не оплачиваем с 1 января 2014 года. Они являются незаконными. Смотрите сегодня в 19:00 на телеканале «Арктик ТВ».